Энергетический кризис пока остается нерешенным. Власти еще не определили решение для покрытия дефицита электроэнергии, поэтому Республика Молдова продолжает закупать электричество по срочному контракту. Об этом вчера вечером сообщил министр инфраструктуры Андрей Спыну. По его словам, Энергоком подписал контракт с компанией из Румынии. Однако объем поставляемой энергии слишком мал, чтобы покрыть все потребности. Ситуацию прокомментировал и глава Молдэлектрики. На данный момент мы используем техническую возможность, которую нам предоставляет Трансэлектрика, использовать аварийную электроэнергию. То есть, когда в нашей системе дефицит, есть возможность обратиться за аварийной помощью к аварийной системе Румынии. По диспетчерским каналам мы запрашиваем необходимый объем. И если он доступен на румынском рынке, то предоставляется в аварийном режиме согласно специальному контракту. Что касается объемов, говорит Сергей Аппарату, все зависит от того, в какое время их запрашивают. Однако Трансэлектрика старается поставлять нам необходимое количество электричества для стабилизации системы. По словам главы Молдэлектрики, электроэнергия, закупленная в экстренном режиме, намного дороже рыночной ее стоимости. Это нормально, что стоимость выше, чтобы не создавались злоупотребления и чтобы на такую электроэнергию не претендовали, как на основной источник поставки. Между тем, глава Молдэлектрика утверждает, что экономия, к которой начали прибегать, в том числе и граждане, достаточно ощутима. Сейчас мы ежедневно потребляем 11,5-12,5 киловатт-часов в сутки. Дефицит, прогнозируемый на сегодняшний день, составляет около 2300. В 2022 году потребление электроэнергии в сентябре и октябре был меньше, чем в тот же период прошлого года. О причинах сказать сложно. Это могут быть и температурные условия, может быть и цена электроэнергии. Ведь если в прошлом году было 2 с чем-то лея, в этом уже 3 с чем-то. Ранее Национальная комиссия по ЧС утвердила меры экономии электроэнергии в период кризиса. Власти рекомендовали на 30% сократить освещение внутри зданий, отключить фонтаны, витрины, декоративное освещение, рекламу и выключать эскалаторы с 7 до 11 утра и с 6 до 11 часов вечера. В коммерческих и общественных зданиях температуру воздуха должны снизить до 19 градусов, а в нерабочее время до 15. Предприятиям, которые используют электрические печи, рекомендуют чаще пользоваться ими не в часы пик, а компании водоснабжения и канализации будут таким образом регулировать режим работы насосов водохранилищ, чтобы минимизировать потребление электроэнергии, полностью используя потенциал водохранилищ. Молдова рискует реально остаться без электричества. Такого мнения придерживаются некоторые эксперты в данной области, мнением которых мы поинтересовались. Помимо того, что «Газпром» сократил объемы газа для нашей страны, еще одной проблемой является война на Украине. Специалисты утверждают, что власти должны выявить как можно больше точек снабжения, чтобы не погрузить тотально всю страну во тьму. На национальном уровне у нас должно быть несколько пунктов электроснабжения, чтобы в случае, если одна линия не работает, могла функционировать другая, которая обеспечивала бы зону потребления для всей Молдовы. Сейчас у нас нет резервов. У нас только одна линия, на которую существенно увеличилась нагрузка и на которой держится и Одесский регион. Таким образом, мы на одной линии, и сколько она продержит, никто не знает. И если эксперт Йон Мунтян пессимистично оценил ситуацию в сфере энергетической безопасности, то депутат ПАС Анна Калинич утверждает, что ситуация меняется от часа к часу, и делать долгосрочные прогнозы преждевременно. Не думаю, что можно говорить об отключении. Мы все же подключены к европейской электросети, ЭНЦУЕ. Речь о цене, о возможности платить больше, но техническая возможность иметь электрическую энергию у нас есть. Депутат также отметила, что эффекты экономии электроэнергии уже ощущаются, и вчера у нас был меньший дефицит. Энергетический кризис возник из-за приостановки поставок электроэнергии из Украины и сокращения объемов природного газа от «Газпрома». Молдова договорилась покупать электроэнергию у Румынии по цене от 190 до 348 евро за мегаватт-час. В правительстве согласны, что цена высокая, однако утверждают, при максимальной экономии и стоимость будет ниже. Ранее премьер Наталья Гаврилица заверяла, что все госструктуры работают над тем, чтобы обеспечить население электричеством по разумной цене.
Кишинев призвал Тирасполь провести встречу в формате 1+1, чтобы обсудить энергетический кризис на обоих берегах Днестра. Об этом сообщило Бюро по реинтеграции. Как заявили здесь, делегация конституционных властей Молдовы пригласила представителей переговорного процесса Приднестровского региона на встречу, чтобы, цитата, прояснить технические аспекты и найти решение для преодоления проблем, коснувшихся всей территории страны. На встречу также приглашены посредники и наблюдатели стран, участвующих в переговорном процессе в формате 5+2. 24 октября Кучурганская ГРЭС в 2,5 раза сократила поставку электроэнергии на правобережье из-за сокращения поставок голубого топлива «Газпромом» на 30%. В связи с этим на правом берегу Днестра ежедневно отмечается дефицит электроэнергии. А накануне на Молдгрэс произошло аварийное отключение одного из энергоблоков. В результате аварии, по данным Молдэлектрики, сформировался дополнительный дефицит электроэнергии 100 мегаватт. Между тем, молдавские власти намерены стимулировать развитие энергетического рынка, в том числе возобновляемых источников энергии, предоставляя финансовую и налоговую поддержку тем, кто устанавливает солнечные панели, использует энергоэффективное оборудование, утепляет стены и так далее. Об этом министр инфраструктуры Андрей Спыну рассказал на встрече с представителями Американской торговой палаты в Молдове. Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать платформу, которая будет способствовать, цитата, освобождению Приднестровья и Абхазии от оккупации. Об этом он заявил на онлайн-заседании первого парламентского саммита международной крымской платформы. Мы должны сделать формат крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных, от Приднестровья и Абхазии до северных территорий. Киевский лидер выразил твердую убежденность, что скоро Украина вернет себе Крым. Я прошу вас, пообещайте мне, что обязательно посетите наш украинский, освобожденный от оккупантов и мирный Крым. Как только мы вернем туда национальный флаг, эта часть Европы ждала дорогих и уважаемых гостей. А выступивший на том же заседании председатель парламента Игорь Гроссу осудил действия России на Украине и выразил солидарность с киевскими властями. Он также рассказал о последствиях войны для нашей страны, в том числе о нарушении воздушного пространства Молдовы 3 российскими ракетами, пролетевшими в сторону Украины. Спикер дал понять, что Молдова будет отстаивать свой статус нейтрального государства, в том числе с помощью зарубежных партнеров. Нейтралитет не означает, что вы также не должны защищать свое воздушное пространство. Более того, когда у вас есть такой статус, вам особенно нужно уделять этой области больше внимания. И мы будем уделять этому внимание. Тем более, что у нас есть партнеры, которые помогают нам стать сильнее. И одним из приоритетов является самоотверженность армии. В этом контексте Гроссу вновь заявил о необходимости вывода российских войск с территории Молдовы на том основании, что их присутствие в Приднестровском регионе в корне нарушает нейтралитет и независимость нашей страны.